За последние три дня в систему «Добродел» поступило около 80 жалоб от жителей на работу управляющих компаний. Все они касались недобросовестной уборки дворов после снегопадов. Глава Химок совершил объезд территории городского округа и оценил работу коммунальщиков. Как оказалось, не все управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности. Где-то не убраны входные группы, а тротуары покрыты льдом и не обработаны песко-соляной смесью. Я посмотрел, на что люди обращают внимание, и по этим адресам поехал. И картина могла быть намного лучше, чем то, что я сейчас увидел. И что для меня вдвойне непонятно, а где находится руководство этих управляющих компаний, которые должны быть во дворах, и смотреть, где их дворники, инженеры и уборщицы. Убирать город ежедневно выходят на линию около 1200 человек и более 100 единиц техники, включая грузовые автомобили для вывоза снега. В случае обильных снегопадов дворники выходят на работу с 6 утра, обрабатывают тротуары, а уже ближе к обеду должны очистить до твердого покрытия. С течением рабочего дня, то есть вечером на 6 часов, также прочие организации дают информацию, какие дворы убраны, какие по каким-то причинам не убраны, например, парковочные карманы, да, там пространство. Иногда не всегда есть возможность убрать, потому что стоят автомобили. Соответственно, управляющие организации здесь отрабатывают это напрямую с жителями. В целом, уборке территории была дана оценка удовлетворительно. Но хочется, чтобы было на отлично, отметил Дмитрий Волошин. По прогнозам синоптиков, в декабре еще планируются сильные снегопады, поэтому важно отработать все проблемные моменты, чтобы в будущем подобное не повторилось.